Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжим нашу эпопею в System Shock'е. Удивительно, как быстро загружается. При том, что в целом система... не так хорошо подтягивается. А вот это вот не, непонятно. Непонятно. Так, что вы мне хотите тут сказать этим? Level security у нас еще не готов, да? Забавно. Это крайне забавно. Если он должен открыться по-другому. Что-то я пропустил, может? Ну, вроде бы все здесь уничтожило или как-то так. А, это... ага. Навигатор, идентификатор цели. Щит. И сапоги. Так, что-то я пропустил наверняка. Сюда. Там просто взломовка. Взломовка — это хорошо, что правильно? Может, где-то проход тут был куда-то, куда я не... я еще не прошел. А, вот, я же это еще не открывал ничего. Он как бошку снесло. Ну давайте полетаем. Себя не запутать с этими круговыми движениями. А похоже, что я уже запутался. Это нехорошо. Где эта елочка была? Так, блин. Короче, хорош крутиться, да? Ты совсем потеряешься. О! Западная антенная комната разблокировалась.
плюс. Стенка здесь, стенка здесь. Так, это выход. Да, понял. Это выход, это вход. Надо особо. Да, сейчас попробуй пойми, куда лететь-то надо сейчас. Вот еще один вход. А вот, не доиграл в прошлый раз, да? Как оказалось. Пропустил это. Получилось так, как надо. Здесь вроде все. Как-то там. Выход. Сейчас, подождите. Так, смотрим. Значит, у нас такой крест получается. А, ну, наверное, по этим и следить надо. Стенкой светится. Антенны сейчас повломаем.
Ясно, ясно. Так, да. Приборы в порядке. Прямо надо лететь, да? Большой... Большой зеленый сфинктер. Так. Вот у нас суровая пикселявая реальность. Хорошо. Значит, раз, антенна, там ничего не разблокировалось, нам туда и не нужно пока что, а гамма-антенна как раз таки. Нужно взять эти детонаторы. Пойду возьму детонаторы. Детонаторы у нас находятся в самом начале. То есть нам нужно вернуться обратно. Чуточек. Вернуться обратно. Ага. Так. Начнется.
Make yourself comfortable, hacker. Stay a while. Конечно, сейчас посты вырываем. Так. Так, 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 тут другого выхода-то нету, чтобы сказать. А вот тут разные эти штучки, да? Нам туда надо, да? Нам нужно все-таки как-то здесь что-то здесь придумать по-другому. Так, ну вот проход, 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 проход есть. Дальше. Так, ну должно же быть. Дальше, 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 дальше. Сейчас. Сейчас мы все сделаем, блин. Да, почти. Ну, ненадолго. For a while, да. Хорошо. Здесь мы закрыли. Гештальт, тут еще дверь какая-то. А, вот тут еще дверка. Да, вижу. Я сохранюсь на всякий случай, от этого шадана можно все что угодно ждать. Аськи. Вы меня смущаете, когда вы так вот валяетесь просто. Ногой покачивая. Очень сильно смущаете, да? Так, там дверей не было, правильно? Не было. А, мне нужна энергия, срочно нужна энергия. Да я, блин, сюда не заберусь. Придется как-то долгими обходами. Придется долгими обходами заниматься. Ну ладно, пойдем.
Два. Дальше. Туда надо пойти, да? А, вот зарядка, это хорошо. Сапоги. Оружие было, да? Оружие было, да? Короче, понятно. Забавные звуки вы издаете там. Крайне забавные. А, это не тот вход. Блин, а? Так, а куда ж тогда идти? Походу вот здесь. Да. Как вы здесь оказались-то? А-а-а! Больно. Не надо тут этих страдальческих. Как будто вы не знали, что вас ждет. Когда вы пойдете против хакера. Ха-ха-ха. Так. Батан-то. Вон она. Где-то у нас телепортатор, где-то тут был, правильно? То есть чисто технически. Ладно, нормально все. Так, что я здесь поражу кругами, а? Все равно закрыто. Вам меня не остановить. У меня есть магическое. Магическая кнопка сейва лоуда.
походу здесь вот будет. Посерединке антенка. Так. Так. Сюда, да? Сюда. Что это такое? Я не очень понимаю. Так, в Африке горы бегемоты. Обезьяна нашла, да, непонятные товарищи. Что у нас тут? Кор? Нет, не кор. Кор нам не нужен. Так, а, вот альфа. Альфа-антенка. А там что было? Это мы обязательно расследуем. Саудон край фамер Аргентина. Давайте посмотрим. Давайте-ка посмотрим, что скрывает. Так. Что скрывает турбосапоги, да? Ну, здесь палубу зачистили. Фух, хорошо. Уничтожать все, что нужно. Что там открылось, нет? My central consciousness is safely undisturbed on the bridge. I thrive despite your efforts. And when my cyborgs catch up to you, they will show no remorse. No. Dear. Так. Лабиринты. Так, здесь не откроется. Well, Triumph has made the decision to destroy the station. You'll need to carry it out. To activate the self-destruct, you'll need to get the system authorization code. According to
to our database. Willard Ritchie is our best shot at figuring out that unique code. He was stationed on engineering. See if he's still alive. Once you have the code, head to the reactor core. Get some advanced radiation protection, or, at the least, a hell of a lot of detox. Enter the code inside the reactor core. Throw the switch, and the destruct signal from Earth will start the countdown. Get to the flight deck and use the code 001 to open the life pod inside the flight base. I'll see you outside in a few months. Еще одна такая непонятная штука. Так, что тут у нас еще есть? Это-то я помню. Так, как тут подняться-то? Хитрые системы не пили. Давайте еще раз посмотрим. Что у нас там по... Открыто, закрыто, опять закрыто, ё-моё. Тут закрыто, там закрыто. Так, теперь нужно обойти здесь. Да. Кто ж так строит? Хочется сказать словами классиков. Так, там не было возможности. Ладно, пойдем посмотрим. Что у нас тут такое, да? Ага, это я помню. Опять сломано, но ёкарный бабай. Что еще тут можно сделать? Так. Что вы хотели, чтобы я сделал? Так, медиа. Где это у нас инженерная палуба? Возможно, он еще жив. Да я тут все проверил. Цифры кода авторизации в системе. А какие цифры кода? Цифры кода авторизации в системе, господи. Статус 1.6, да, палуба руководства. Какие цифры? Вы о чем, ребят? Наверное, там где-то оно лежит. Ага. Где-то там лежит, а где непонятно, да? Так, CPU ноды у нас были
У нас были. Это здесь. Давайте посмотрим. Кстати говоря. Бежали сюда, повернули. Так. Не туда повернули. Не туда повернули. Блин, я же не помню, где там эти ЦПУ ноды, где они. Везде их нету. Фигня какая-то. Уходя, вырубайте всех, да? Так, точно не здесь. Так, хорошо. Тогда наверняка здесь. Simple as that. Ну, или где-то так. Оружие, снаружи. Пою ноды, и я вас уничтожила. Какие циферки вы мне дадите? Администрейшн. Тут был? Администрейшн. Да, я тут был, кстати говоря. Тут оно ничего не дало, правильно? Но я так полагаю, что нужно вернуться на палубу ниже. Сейчас мы этим и займемся. Продолжаем разговор. Так, значит, наш план такой, тут разбито, там закрыто, там еще что. Надо вернуться на старые палубы и посмотреть, там какие-то циферки были. А что за циферки, я уже не помню, честно говоря. Но, собственно, да, и робот. А робот такой непростой. Потерялся я. Хочется сказать, ну как так? Нужно же было уже запомнить все, где лежит. Бродишь туда-сюда. Часами. На экзекьютив. Поехали на экзекьютив. Так, что тут у нас есть? По карте. На палубе 1.6, да? Честно говоря, не помню, чтобы там были какие-то CPU ноды. Статус. Я помню, что на медпалубе точно было. Может быть, как раз шанс закрыть гештальт с этими всеми. Так, тут мы почти все проведали, в общем-то. Нам нужно, в общем-то, сюда. Это можно сделать через телепорт. Черепушки. Как в Думе нужен эффект. Так. Так, палуба, тут ничего интересного. Так. Да. Куда нас? Мейтенанс? Ну, поехали на мейтенанс. Здесь было, как вы думаете, здесь я помню, было, здесь такое было, здесь такое было. Давайте-ка просто пройдем вперед и посмотрим, есть ли оно на самом деле там. Так, Repair Bay. Вот, может, в Repair Bay. Все
сломано, сломано. Так, CPU ноды. О, CPU ноды. Что это такое? Циферки дайте мне, пожалуйста. А то я что-то туплю. А, вот двоечка. Значит. Запишем. Maintenance 2. Ага. Maintenance 2. Конечно, безумно прокачанная система. Реактор, поехали. Больной ублюдок, я смотрю. А, да. Надо полежать. Раз мы уже тут так. Ладно, на карту глянем. Тут были вообще эти CPU ноды, блин. Что не показывается ни хрена. Статус. Реактор. Не. Реактор тогда нам нахрен не нужен. Карта, статус, служебная это третья тогда, служебная палуба. Это третья цифра получается. Кажется, да? Программа охота на нарушителя. Короче, меня будут херачить, что ли? Так, выключено. О. Так, ладушки. О, я сюда хотел посмотреть, что там такое. Что за хрень такая? Туда я пока что не пойду. Я хотел вот сюда сходить. Radiation Shield Control. А, нет, не сюда. Блин, эти. Ух, иди ж. Чилу Аддип Найдайва. Так. Я не помню, наверное, здесь все-таки нету этих. Поедем-ка. Я, наверное, Диего слишком рано активировал. В этом плане. Radiation Shield Control, неинтересно. Нам нужен обратно лифт. Лифт. Level 4 реактор. Че там? Level R. Ну
Чё, на ресерч тогда. Поехали. Конечно, у вас такое не сквозное. Левел 2 ресерч. Так, сейчас нужно вспомнить вообще, где же были эти злосчастные ноды. Ё-моё, пипец. Что, весь этот надо, компьютер жжём. А, вот, точно. Так, значит, статус. Подожди. Статус. Научная палуба. 2. Research. 3. Забавно. Хорошо. Нам сейчас на медпалубу надо добраться. Что здесь такое? А, это потому что я не проходил здесь еще. Забавно, забавно. Так. О, я вижу там какие-то дырки. Дырки. А здесь я вижу лифт. А давайте попробуем пробраться туда. Блин, обидно, ничего интересного здесь нету. Так-то оно должно на каждой палубе быть, правильно? Ладно, пофиг. Пофиг, да неинтересно. Неинтересно. Посмотрим, что у нас тут есть. Вот тут какой-то непонятный кусок. А где мы уничтожали? Черт, блин. Жесть такая. Все исследовать, переисследовать, перепроверять надо. Хер. Какой хер? А, ну хер, понятно, что хер. Так, верните обратно эти забавные двери. Красота. Угу. Живешь ты такой, живешь. Это что, дельта?
да? Это не хакерная. А вот спион, кстати говоря. И медикал у нас получается статус один. Один мед 9. Так, дальше. Что за хрень тут такая смотрит на нас? Разрешал. Подожди, стоять. Что там такое за... А, это не то. Там все правильно, все нормально. Так, сейчас мы еще найдем... Это... Лаборатория. Блин, а? Где-то тут я потерял счет. Да они еще так бочка стояли, я наоборот разгрязнил все это дело. Что мне тут рассказываете такое? Такие странные вещи. Ну хорошо. Так. Па-па-па-пам. Это зрение, блин, я ж уже находил один раз. Сейчас может с турбо шапогами еще это найду.
отсюда падал как раз таки. Тут вот это вот следующая комната была. Ну или почти следующая, что-то там такое было связано. Смотрите, такие двери, они теоретически могут быть дверьми куда-то там дальше. Так, блин. Где-то здесь была лаборатория. Последние выискивания, они самые невеселые. Так, это здесь. Здесь. Это неинтересно. Это неинтересно. Здесь проходили. Здесь мы проходили. Блин, где-то одна камера осталась, которую я пропустил. Немножко. Напрягает. Так, это не здесь. Не здесь. Я помню, что где-то. Так, я приостановлю немножко запись, чтобы не засорять. Короче, нашел я эту тварь, вот она была, рядом с хакерской комнатой. Так, нам сюда не надо, нам сюда не надо. Так, нужен последний кусок кода найти. Последний кусок кода... Так, сейчас я снова заплутал. Я, наверное, пропал. Так, нам нужно на лифт. Нам нужно на лифт. Так, дайте-ка. Вот тут были интересные места, которые
Думал, что это, где это? Так, сейчас попробуем. Прикольно. Вот что делает турбосапоги летающие. Интересно. Так, лифт. Не отклоняемся от графика. Что ты такое? Так, почему ты следишь за нами? Да. Тут ничего интересного не было. Ага, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Фигаро там, фигаро тут, хакеро там, хакеро тут. Research maintenance. Следующий лифт. Здесь какие-то... Ага, вон, вижу непроверенное место. Фигаро, 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 фигаро. А нет, не тут. Не тут. Бесит. Крайне бесит. Были хранилища? А, точно, там же хранилище было. Пойдем на хранилище. Рельса, рельса, шпала, шпала. Уже проапгрейджен, ни хрена не проапгрейджен. Верните меня тогда, мое. Тут были ядра или не были? Тут, наверное, не были ядра. А, не, я уже был. Хорошо. Все хорошо тогда. Давайте сторож. Сторож левел.
посмотреть, есть ли вообще какая-то. Блин, я не помню. Ух, хитрит Мадрид, а? Ну, тут может быть что-то. Но это не точно. Ну нет, сторож это сторож. Что-то где-то меня смущало тут. Или не тут. Но смущало. О, я помню это. Жесть какая. Висючая. Что? Я тут еще не был? Хренаськи. Как ты его пропустил? Я целый уровень, целый этот сам пустил. Нехорошо. Крайне нехорошо. А и черепок. А, черепок, черепок, черепушенька. Это я тут поднялся, хорошо. О, карманное измерение, прям. Ого, прямо, ого, хорошо. Хорошо-то как. В правильном месте.
Чё? Ага, понятно. Окейшки. О, вот тут вот. Не скрытая дверь, да? Отсюда надо. Так, что-то мне кажется, что здесь все-таки не будет никакой. Здесь склады, 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 склады. Какие еще нахрен спивноды? Правда? Ведь правда же? Так, сейчас, подожди. Медиа, статус. Карта. Карта, карта, карта. Статус, так, хранилище, цепы, узлы. Блин, а? Черт его знает, какая херня. Что-то есть интересное, а?
апгрейды, это не так интересно. Точно, я вспомнил, на флайдеке точно были эти CPU ноды, правильно? Ладно, вернемся. Все, понятно. Спасибо. Было приятно поностальгировать. Я пошел. Черт знает, где Найдайв живет. Ну там это новая фишечка. Ремейчилы там переделали, добавили вот этой штуки. Не здесь. Блин, где же это было, ёп. Вот 4, правильно? Как считать, 4-й дек, правильно? Правильно. Там я помню, там вот как раз таки было это. Вот это я неудачно придумал, да. Ах, как неудачно. Ах, как неудачно получилось. Так, блин. Где же эта дрянь так находится-то? Что-то потерялся. Ладно, я сейчас найду. Вот она, пятерочка. Блин. Блин, как отсюда выйти? Сейчас, конечно, сдохну, нахрен. Есть. Четыре, флайт, пять.
я вынес. Ага, это у нас зарядная палуба. А, как раз все нормально, все хорошо. Флайдек. Так, теперь надо обратно вернуться. Надо вернуться, знаете, куда? Нечего искать, я, в общем-то, нашел же. Сейчас можно сохраниться. Так, давайте-ка сохранимся. О, что это тут такое? То есть настолько далеко ты не... Сохраняю здесь 49-57. А дальше где у нас взлетные половые? Я полетел нахер отсюда. Сами там взрывайте, что хотите. Ну ладно, я понял. То есть нужно добить до состояния, что все плохо, и тогда уже включится все, что надо. Что-то у меня переизбыток черепов. Да. Поехали. Так, так, что там у нас по интерфейсу? Использовать, использовать, дезинтегрировать. И две монетки как раз получу. А, мелочь, а приятно. И нам нужно на реактор кор. Реакторная станция. Так, здесь, вон там вот. Есть у меня такое впечатление, что надо на реактор подлечиться и пойти там противоурановые щиты завязать против всего этого.
Ух, полежать, полежать, полежать. Казалось, но мало ли что мне казалось. Давайте-ка проверим. Тем более, что я сейчас могу летать, я могу. Ну, летать относительно, конечно. Не то, чтобы летать, летать. Оснащение, шестое чувство, да. Интересного здесь нету, только зря повел вас сюда. А нам нужно непосредственно в какаху. Вы дело страшное. Safety override, может это вернуть? Да, disabled, все, супер. Супер. Идите меня. У меня даже код вроде как есть. Так, это вход туда. Вход сюда. А, я понял, там снизу был якорный мобай. Что-то потерялся, да? Было не очень здорово. С этой стороны, да? Или как? Откуда? Откуда же? Так, женщина. У меня есть впечатление, что вы ввели меня в заблуждение. Так, медиа.
Ядро реактора. Дергай выключатель. Можно мне дверкой включить для начала? Да я что-то тут туплю по-страшному. Ох уж эти игры-то. 90-х, якорного боя. Включил? Пипец, нормально. Внезапно. Эй! Он так делает, эй, прямо. Прямо эй-эй-эй. Ладушки. Попробуем. 9, 3, 9, 3, 2, 5. 6 цифр. Ёпарасоте. Я всего 2 нашел, то есть 4 еще надо найти. Ладно, я понял. Пойдем поищем. Я привык, что уже все там, типа. Подлечи меня, доктор. Подлечи меня, доктор. То есть где-то еще на палубе. Что у нас? Медиа. Так, значит, статус 4. Взлетная палуба. На палубу руководства придется лезть. Блин. Сюда. Экзекьюти, где-то там в жопе мира ползали. Точно помню. Ну, тут вся такая карта забавная, блин. Во, вот здесь вот. Чтоб сюда попасть. А где у нас телепорт? А, блин, да? Телепорт, а телепорт нас отправит куда? Куда он нас отправит? Вот сюда. Нет, не сюда. Куда он должен нас отправить-то? Ё-моё. Так, где эти... Диего? Ладно, ещё давайте попробуем, куда он нас отправит. Ты уже совсем забыл. Чуть ближе, но, конечно, тоже не то. Стремно-то? Как? Не знаю, что это такое. Я с удовольствием буду ставить лайф. Stay in life, stay in life.
Stay alive. И именно в таком ритме вы должны поддерживать жизнь в пострадавшем. Stay alive, stay alive. Три коротких и два вдоха. Ну, почти три. Не совсем три, но вы поняли. И вдыхаем, и вдыхаем. Так, цепью ноды, да? Сейчас мы вас найдем. Вон она, циферка 6. Циферка 6. Гзек 6. Экзекьюшн 6. Так, хорошо. Понеслась дальше. Выше. Дальше сильнее. А, не туда. Я вот все думаю, как бы прикольно, если бы это реализовали на движке Doom. Я понимаю, что он хуже, чем вот этот вот движок. Но тем не менее. Тут какие-то очень просятся. Такая System Shock-щина. В целом. Ну или наоборот. А, кстати ж, на форке. Чё напор он это, а? На форке... Doom 3-шного. Движка же сделали. Что здесь творится? Же сделали полноценное освещение. Не только вот эти стенсильные тени. Так, короче, нам надо на Flight Deck. Блин. Просто какая-то... Ле физик он краябль. Представляете, как... компьютер... пытается просчитать все эти бессмысленные движения. Простые движения. Инженерная палуба, хорошо. Пойдем на инженерную палубу. Блин, найти. Дойти бы до нее для начала, блин. А, блин, это ж мне надо было туда обратно. Я пошел куда-то не туда. Ладно, старыми путями через. Сейчас мы придем. Дверь в никуда. Дверь сюда. Дверь туда. И дверь здесь.
Инжиниринг. Тут где-то указано, что это инжиниринг дек. Так. Левел 7. Это не то. Блин, а где у нас тогда? То есть на... Какое-то издевательство, блин. Как раньше люди терпели такое в играх, а? Пипец. Элеватор. Так, экзекьютив. Это 6 было. Шестая цифра. Мейтенанс, это у нас. L3. Нет. Так, а где у нас 5? Статус 5. Взлетная палуба. Подожди. Ну, flight deck, там 4 же было обозначено. Чертовщина какая-то. L3, да. L4. А флайт. L5. То есть это... Ага. Так, хорошо. 6, 5, 3, 2, 1. А 4 сторож. Окей, а почему ты тогда мне не показываешь здесь вот такую циферку? Фигня какая-то, блин. Всех обманул. Поехали на сторож, что делать? Статус. Хранилище, уровень 5, да? Где ж вы находитесь-то, ё-моё? Ощущение, что все-таки там где-то находилось. Блин. Но это неправда, к сожалению. Сейчас я тогда найду эту дрянь. Ура, я нашел это место. Смотрите, вот здесь вот. Вот здесь вот лифт. 4. 4, 4. Можно бы, конечно, брутфорсом сделать. Ну, то есть перебором. Но тем не менее. Ура, у нас получилось. Можно возвращаться обратно. Это чрезвычайно приятно. И, кстати говоря, тут же рядом. Тут же рядом есть сейвилка, ну или как это назвать, блин. Чтобы не загромождали путь. Вот здесь вот. Интересно, да? Что бы там могло быть? Лечилка, это всегда прекрасно.
не долечил, это просто респавнил. А вот это уже обидно. Это уже обидно, я бы сказал. Ага. Так, ну в целом надо возвращаться. Опять такой бэктрекинг просто страшный. Олдскульный, блин, дизайн. Гром. Да, все. Ну что, тогда у нас по палубам получается 9, 3, 2, 4, 5, 6. 93, 24, 56. 93. Так подождите, блин. Да. 3. Три. 24. Блин. Я тут летаю на этой хрени. Она мне мешает. 9, 3, 24, 56. Есть. Ну, а теперь точно сохраниться надо. Ха-ха. Для начала. А дальше на флайт дек надо бежать. Такое ощущение, что там будет не так весело. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Ух ты, дрянь какая! Спокойно, спокуха, Федор. Ты же знаешь, мы не должны решать проблемы таким способом.
там это самое. Я пошел отсюда. Execute. А, не, подожди, на flight deck нужен был. А, сейчас. Там через... Пам-пам-пам-пам. Блин, пипец. Ребята, ну, поставили лифтов, конечно. Ладно. Ну, нормально. Не знаю, что ты такое. Но ты меня тоже не сильно радуешь. Смотрит всякое тут. Подожди, это не тот лифт. Это не тот лифт. Сюда, да? А, нет, не сюда. Блин. Так, это лифт. Зараза. Бляха-муха. Вот, не зря сохранился. Муха, бляха, бляха, муха. А, черт побери. Мое сознание осталось здесь. Я понял, нужно срочно. Thank you.
тут делать надо? А, во. Большой красный рычаг. Пару месяцев, а жрачка будет? Или там холодильная камера? Если здесь. Ну так, мне так кажется, что надо. From Earth. We'll have no more of that. Ты сам пробуй. Что, маленький, что ли? Правда? Точки есть. Тут еще был какой-то лифт. Наверняка был, но я уже не помню где. Блин. Там был попроще лифт где-то. Так, 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 так. Это камера снабжения. Блин, а где... Почему он не обозначен, второй лифт? А, ведь он точно есть. Ладно, хуйня. Господи, боже мой. С-с-с-с. Гравитация поменялась. Собака. Собака.
таки заберу патроны. Так, что там, экзекьютив? Пойдем на экзекьютив. Экзекьютив, потом на инжиниринг дек. Инжиниринг дек. Инжиниринг дек. Собака какая? А, внизу это было? А, нет, вниз. Филактер, you're still alive. I'm very impressed. Are you pleased to see the results of your hacking into Shodan? We have much to thank you for. We shall meet soon, I promise. Да-да. О, сработало. Ну что, дорогие товарищи, у нас остался последний рывок по палубе безопасности. Скорее всего, нас там придется сваливать по-быстрому. В общем, вы поняли. Так что тем, кто дотерпел до конца, спасибо. Ставьте лайки, комментируйте, шарьте, донатьте. Я всему буду рад. И, в общем-то... Да, у нас есть Discord-канал, напоминаю, ВК, есть Telegram и Facebook, и есть станция Цитадель, да. Так что увидимся в этой игре или в какой-нибудь другой. Всем спасибо за то, что были, и всем пока!